Национальные деликатесы и десятки наименований колбасных изделий выпускает мясоперерабатывающий комплекс в Щучинске. Его производительность в ближайшее время достигнет 5000 тонн продукции в смену. За счет чего на предприятии будут наращивать объемы, расскажет Сауле Кусейнова. Салима Мухаммедкалиева работает на мясоперерабатывающем предприятии уже 9 лет. Женщина признается, на смену идет с удовольствием. Она гордится, что принимает участие в выпуске качественной отечественной продукции, ассортимент которой насчитывает десятки наименований колбасных изделий и постоянно расширяется. Зарплата у нас очень хорошая для сельской местности, стабильная. Сейчас выпускаем очень много национальных хазы, шужок, колбасы. Год назад на мясоперерабатывающем комплексе освоили новые виды производства. Акцент сделали на национальную кухню с учетом пожеланий покупателей. Сегодня здесь производят более 40 наименований национальных деликатесов по традиционным рецептам. Стараемся изготавливать такие продукты, как казы, чужук, копченая конина, различные деликатесы. Мы используем сырье местных производителей. В нашем регионе есть птицефабрики, заводчики крупного рогатого скота и заводчики свиней. Стараемся работать с ними напрямую. Мясопереработчики отмечают, спрос на их изделия постоянно растет. Если мы работаем в полную мощность, мы можем выпускать до 4-5 тонн в сутки колбасы. В связи с особенно плавным тенге мы надеемся на положительную динамику нашего производства, нашего развития. Производств и простоев как таковых уже нету. Мясная продукция из Щучинска активно поставляется во все регионы страны. В планах выйти на экспорт. Сауле Кусейнова, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24 КИЗ.